Всем привет! Очень давно что-то не было видосиков, а все почему? Потому что праздники. Ну так ладно, поехали далее. Драйвер, использую видеокарту, устарел. Ну что делать? Бывает и такое. Так. На чем мы тут остановились? Я уже даже и забыла, какие кнопки нажимать, чтобы что-то найти. Нам, видимо, вот сюда. Алло? Или вот сюда. Алло? Хотя мы ближе, вот здесь это вот. Мисс Мейбл. Алло? Так. Мутанты разозлили мою котеньку, и она сбежала. Наверняка решила котенька. Отомстить. Ух ты ж, какая котенька. Бесстыжая. Так, потопали быстренько на вертолетик, самолетик. Хотя тут всего-то ничего вроде. Лететь? Ну да, так ладно. Нам вон туда. Котеньку искать. Видит она врага. Так, куда-нибудь вот сюда, пожалуй. Да вот сюда же, ёшки-матрёшки. Все, бахнулись, вылезли. Ну чё, бабуля? А, это не бабуля. Наконец-то хоть кто-то, что-то ты долго. Извините. Если дом, пытаясь убить мою кисулю. Там такая кисуля, что мать моя женщина. Она этим хиппи глотки перегрызет. Молодец. Наверное, она бродит в ближайшем лагере. Оттуда несет подмышками и консервами. Значит, и демщики где-то рядом. Угу. Ступай и найди ее. Не забудь вкусняшки. Что за чертовщина? Да ты издеваешься, что ли? Помогите белой женщине! Кто-нибудь! Я иду. Ты чокнулась, что ли, бабуль? Если я встречусь с создателем, пусть это будет бог из Ветхого Завета, а не его сыночек-псих. Ступай и найди ее. Ага, отлично. Вкусняшки. Персик прям как та шлюшка Драгман кидается на свежее мясо. Ну пипец, ради у нее сравнение. Пойдет. Верни мою кошечку. Кис-кис, блин. Помощника. Так, это что там такое? Ага, это уже его тут охмурило. Ну понятно, так тут вроде бы нет ничего. Ой-ой-ой. Так, свинти нафиг. Дай пройти. Так, кис-кис-кис-киса. Киса-кисуля. Возьмите лакомство для пумы. Где мне его взять? Вот здесь, видимо. Ага, вон там возьмите. Идем брать. Жраченьку. Так, отправляйтесь в лагерь. Неподалеку и найдите пуму. Тут сюда, что ли? Ну, нормально так. Так, вот это мы еще прихватим, пожалуй. Это что за бита нафиг не нужна? Ну что, полетели на крутом вертолете. Можно передохнуть. Ты уже уселась, блин. Думала без нее, ну хрен ли. Что ж делать-то? Если увидишь что-то странное, это может быть не галлюцинация. Ага, вот тут вот, видимо. Так. А теперь. Мы куда-нибудь вот здесь присядем, я так думаю, потому что сейчас там вертолет весь разнесут нафиг. Так, ну а теперь надо найти кошачью жрачку. Кошачью жрачку. Уничтожьте. Музыка прям вот. Так. Неудачное место. Меню. Где у нас? Минус. Ага. Где кто? Все? Вы покидаете область задания. Откройте селектор, чтобы выбить ментальный снаряд. Так. Спускаюсь, прикройте! И где жрачка? Хватит с меня! Проблемы. Найду позицию получше.
Ага. Так, теперь. Да все не то. Откройте селектор, чтобы выбрать метательный снаряд. Метательный снаряд. Так, ну и седьмое. Какого хрена? Так, еще раз. Ну и почему он не берется-то? А, вот. Ой-ой-ой. Так, мы выбираем. Так, вот сюда, пожалуй. Что с ней надо сделать-то? А, вести ее? Да ни хера ж себе. Ну-ка давай, жопу двигай сюда. Издевается-то. Ой, блин, застряла. Тут есть эдемщики, которые любят кланяться статуям. Тем лучше, так в них легче попасть. Знаете. Окей. Насколько она интересно чувствует, тут вот подойдет. Зашибись, блин. Она жрет, конечно. Свинота-то. Ой, мне тоже интересно, кто их додумался еще назвать персик. Жрачки-то хватит? Эл! Офигеть. Так, это что тут? Через поля, через леса? Блин. Ну да. Ага, и она, конечно же, сейчас пошел фо. Кошечка. Персик, давай, жопу двигай. Воу. Да жопу, давай, давай, давай. Сейчас здесь не рухнуть бы, блин. Что, спрыгнет, нет? Так, как они вот там, вон там, вон там. Нифига себе, за жрачки-то она носится, конечно. То есть на воду она. А! Перешлепает. Ну-ка давай. Ух ты, какая котенька-то. Ты ж посмотри, умняша. Не понимаю, то ли здесь цветы вянут, то ли у меня с головой проблемы. Йоу! Иди сюда, жопой двигай. Ну, Котя, ты издеваешься, что ли? Ну, спустя полдня прошло, дошло. Сюда иди. Я что-то слышала. Отлично, что ты слышала? Кошка, блин, рядом с тобой. Туда. Сюда дойдет? А, дойдет. А, давай, топай. Меняю позицию. Где еще? Все что ли? Ой, ты тут. Это, блин, кошачеечка. Так, окей.
Все, что ли? Раньше у нас Аделаида была самой большой кошкой. Аделаида. Так, где там бабуль-то? Да что это? Думала, больше тебя не увижу. Да, ага. Хер сдавай тебе. Мне казалось, ты туповат. Ну, похоже, я ж. Ну, вообще-то я женщина, ну, как бы. Ну да ладно, на. Эту чертову кошку. Мне было так спокойно, когда никто не требовал еды, воды и внимания. Угу. Ну, тебя вот жопу твою прикрывала. Вот. Тебе и... Так, заблокировано. Е и горелый. Конечно, она там тоже с ума, видимо, сходит. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Так, ну слушайте, я не хочу. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. Маршал козёл. Конвой у реки. Так, Кисуня, ты чё, с нами? Нам надо... Так, что нам надо? Где тут задания-то все эти? Так, вот, закон о чистой воде. И где-то... Ещё та стерва, но всё-таки уступает Мейбл. Я не любитель кошек, но она пристрастилась к охоте на святош. А когда они замечают её, уже слишком поздно. Ну и зашибись. Кто там? Макисуня. Черт, в меня стреляют! Где? Черт, меня ранили! Да где? Ты что, издеваешься? Я под обстрелом! Я ранена! Помоги мне! Каким обстрелом? Меня ранили! Я пошла. Нужно найти обзор получше. Так, вертолет. Это, я надеюсь, не за нами ли? Что-нибудь будет нехорошо. Ух ты, канатная дорога. Так, вот если я сейчас грохнусь, а я надеюсь, не грохнусь. Оп. А вот, грохнулась. Фанатики! Так, и вот мне еще такой вопрос. Как вот она, плавая вместе с оружием, да, вот, во-первых, оружие нормально после этого работает, а во-вторых, она еще так легко и спокойно мокрая бегает. Ну ладно, не суть. Так, тут что у нас? Кого-то спасти? Господи, за что? Не с тобой поговорить, о, нет? Нет. А, ну ты сам по себе, я поняла, лады. Так, тут вроде нету никого. Тут что-то у нас. Ага, вон патрулируемый конвой вот этот вот, что ли? Или это нормальный чувак? Вроде нормальный. Так, вон там еще это блажь, алтарь. Да-да-да, подвезите. Подвезите. Оп. Да, там он прям перестрелище-то. Ой, кто-то надышался. Меняю позицию. Принято. Оп. Давай, в башню прям, пух! Лопаю, как пузырь. Пойдем, я покажу тебе пузырь. На месте! Спасибо, помощник. Ну-ка. Да чтоб тебя, чё она всё летает? Пошла. Сопротивление, куча новой снаряги. Самое время заглянуть к ним. Да давай уже, бахай, блин. Так, где кто? А, вот. Хоп, вырубай. Да вон того сними. Так, чё? А, всё, вырубили. Зашибись. Вот это, конечно, космос. Так, там чё? Там не нужно. Нам нужно вон туда наверх. А чтобы туда наверх подняться, надо транспортироваться. Ага, это он туда, короче говоря. Нужно бежать. Ой-ой-ой, опять все в блажи. Так, ну меня сейчас Верка, видимо, накроет, нет? Нет, ну хорошо. Тогда топаем. Топаем, там что-то горит. Все, тетка выдохлась.
Угу. Неудачное место. Да не говори. Пока в горку заберешься. 10 раз офонаришь. Так. Как будто смотришь на робота. Удивительно. Сделаю им сюрприз. Давай. Нет никого. Вот это наркоманище. Офигеть. Если они что выкинут, я прострелю им головы. Где там? Где там? Давай. Вырубай уже. Раз, два, три. Хоп. Им конец. Разминаюсь. Ух ты. Угу. Ой. Так, стоять мне надо. Так, а взять, что взять-то? Нет, мне вместо этого не надо ничего брать. Мне нужно обыскать лук. Так, естественно, блин, где тут еще-то? Так, нет, ни хрена места. Что тут перезарядиться? Ага, этот тут стоит в позе. Искать. Так, ну а теперь самый фарш. Придумайте, придумайте, конечно. Ай, опять с этой хренотенью. Придумайте, как очистить. Так, тут, по-моему... Так, вон того снять. Не волнуйся, попаду. Найду позицию получше. Давай. Боже, сменю точку! Беда! Селите! Да, точно? Выруби ты его, ё-моё! Ты чё там делаешь-то? Где ты есть? Загружай. Ай-яй-яй, аптечку, ай-яй-яй. Та-та-та-та. Сдохни ты. Да как он до сих пор-то? Так, меня сейчас вырубят, видимо. Этот еще откуда там бахает. Поняла тебя! Ну так вырубай, блин, поняла она. Сидит где-то в самой. Поняла! Окай. Давай, бахай. Пух. Отходим, быстрей! Отходит он. Берегись, пожар! Так, где еще-то тут рядом? Да выруби ты его, что за... Угу, так, а теперь надо быстро обыскать. Потому что... Ух! Это мне сейчас будет конец, если ты его не вырубишь. А он его не вырубит. Не вырубит, видимо. Куда он скакал-то? Что-то неинтересно так. Так, ну да, вот началось опять. На этом же мы остановились. Придумайте, придумайте. Читать. Быстро прочли. Вера откроет. Да это хрень полнейшая. Так, вот туда нужно меняю попасть. Позицию. Аварийный выход. А если нырнуть в эту хренотень? Нет? Вот в эту хренотень, если. Да давай нажимай. Вот туда, если спуститься. Да прыг, что ты делаешь-то?
Так, а тут завален. Ну-ка, взорвется. У-ху! Я на месте. Можно пройти? Интересно, интересно. Это куда? Блин! Вот это не есть хорошо. Так, так, ну уже лучше. Окей. Так, зашибись. Хоть что-то мы сделали верно. Так, 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 быстро, 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 быстро. Что тут надо вырубить-то? А, уничтожить. Все, окей. Окей. Сейчас, подождите, тут. Зачем мне фонарик? Слушайте, если я сейчас, мне кажется, вот это вот взорву, нахер я полечу вместе с этим. Так, это открыло. Не-не-не, подождите. Так, окей, теперь. Это был первый. Стоять. На тебе в башню, зараза, блин. Так, теперь быстро сюда. Так, нажимайся. Так, 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 где слив-то, где слив? Так, опять не то, опять не то. Опять не тот, твою ж. Налево прыгни! Че не прыгает? Дурила, блин. Вот ты здесь хоть залезь, что делаешь-то? Ты что, издеваешься? Наверх, наверх, алё. Ой, Ташай. Приколись-ка, видимо. Это вообще издевательство какое-то. Фух. Доплыви туда, не знаю. Ага, вот это вот я поняла. Да. А, и стрелять она так не может, да? И вылезти мы отсюда тоже, к сожалению, теперь не можем. Или можем? Ну ладно, плавать хрен с ней. Хоть это она умеет быстро. Более или менее быстро. Так, тут закрыто. Закрыто. Так, это кони двинуло. Отлично. Ты остановишь воду, но не остановишь блажь. Ой! Так, а теперь? У меня нету патронов, что ли? Ну-ка. Ага, патронов нету. Ну ладно, будем из этого херачить. Тоже не прокатывает. Да, это только метательное оружие. Ну вы издеваетесь вообще. Все, зашибись. Где выход? Где выход? Где выход? Выход быстрее. Ха-ха-ха-ха. Да что, бас? Ой-ой-ой. Сейчас я тебе поплачу. Смотри, прям вот так вот. У-у-у! Она кого-нибудь вырубит, нет? Рация просто разрывается. ДМщики в ярости из-за твоей вылазки. Так. Думаю, ты им не нравишься. Отлично, помощник. Ну, так я знаю. Так, обыскать, 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 обыскать. Все, окей. Так, ну, в принципе... Ай-яй-яй, туда не пойду, туда не пойду. Да не-не-не-не-не, не хочу кверки, не хочу кверки. Так, опять кто-то тут. Все что-то едут, прям едут. И на вертолете. Не, ну на вертолете-то не надо, ладно. Че вы прям так все накинулись-то резко. Так, лжепророк. Погнали сюда. Ага. Далековато довольно. Ну ладно, сейчас машину возьмем. Я думаю, не так далеко будет. А где моя подружка? Подруженца это моя. Все?
ее бахнули где-то. Ну, ладненько. Тогда. А почему туда, если мне туда? Очень-очень интересно. Мне же вот сюда надо. Ага. Нифига ехать-то, нифига себе. Мне, по-моему, быстрее будет пешкодралом чесать. Да. Дайте-ка я выйду и пойду пешком, потому что это пипец какой-то объезжать столько. Мне, правда... А, все, есть, все, есть, все, есть, все, супер. Так, 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 топ, топ, топ. Там вон кошка вроде, да? Нифига она бросает. Ой. Так, вот с вертолетом, конечно, вот не очень как-то, знаете. Вот, вот совсем не очень. Совсем не очень. Да чтоб тебя! Так, дерево, я думаю, выдержит. Так, пума. Ну, пума точно нет. Я на вертолете. Кого взять? А где это вообще? Обалдеть можно. Так, у нее сколько? 21, но это 106. 3. Ну, чувиха, ты, конечно, меня прям расстраиваешь, честное слово. Так, где вертолет? Мне нужно снять оттуда. Ага, у этой нет патронов. Стой, сейчас буду. Да что ты говоришь? Они выруби. Ну давай. Они здесь, видишь? Да нет, вообще не вижу. Вообще летаю тут надо мной, совершенно не вижу. Вырубай нафиг. Наша маленькая подружка здесь. Да выруби ты их нафиг. Да кто там еще это? Ты что, издеваешься, что ли? Так, окай. Хорошо. Ну давай ты уже падай, обыскать все. Чё, вырубила вертолет? Ну ты просто космя у тёлоча. Со своим лученским. Ого! Ну ладно, я думаю, не разобьемся, в принципе. Потихонечку, потихонечку, топи-топи. Шлёпи-шлёпи. Ох. Так, и что мне надо с ним сделать? Ну, мне тогда нужно... Так, о-о-о-о-о, это хорошо. Это... Стой, дядь, стой. Да подожди, Верка. Ну ладно, давай с тобой поговорим. Пыш-пыш. Тыщ-тыщ. Ну-ка. Да. Ух ты, наркоманище-то какая. Все, что ли? Так, новая заставка. Нас куда-то переместили, видимо. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Ну, я говорю. Уверуй в путь и обретешь все ответы. Да чтоб тебя опять в этой херотене прыгни, там прыжок Веры, прыжок Васи. Что, типа, к ней, что ли, топать? Ай, вот как так можно, а? Надышаться этой лабутней, головой вообще не соображать. Не, ну красиво, конечно, бабочки прям вообще тут все что-то под ногами светит. Че, все что ли? Мы сейчас даже наши враги ищут спасения. Мы созданы не для этого. Наш путь ведет доказательство. Нас прочь. Так, это видимо. Такие времена этот... всем нужен совет. Как его? Как мы его? Маршал. А, о, нет. Должны быть сильны. Смотри же, и ты все поймешь сама. Ведь стоит этому миру узреть то, что мы создали здесь, в Новом Эдеме. Любовь,
И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Блин, ты такой космический мужик. Ты судишь. Но ты такой судишь. Идиот. Судишь наш труд. Не, ну красавчик же вообще. Что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. И что, неужели тебе не страшно? Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены, потому что лидеры слабы и беспомощны. Тираны одурманены своей властью. Я не просил об этом. Я был избран. Да, ты с каким-то макаром. А тебе в голову типа залезем. Ну-ка давай. Придет конец всего сущего. Нет? А, я ты думала. Знаешь, поиграем от его еще лица. Человечество слабо. И уязвимо. Угу. Мы мчимся навстречу своей гибели. И нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу. Ты это видишь. Да офигел, он со мной разговаривает так. Так что же нам делать? Расслабиться и ждать неизбежного. Кстати, вот у него написано Эден, а не Эдем. Идеален. Но я видел, что прям на животике. Вести. Люди разобщены. Да решила, блин, решила. Я вот, ага. Шанс. Это вернуться к тому, что мы потеряли. Так, о чем потеряли? Ну-ка. К былой невинности. Ага. К безопасности и защите. Эдему. Я спасу тебя. Какой ты милый. Ой, это мне цветочек. Спасибо. Но тебе нужна вера. Вот это да. Вот это да. Вот это мужчина цветок подарил. Рассказал все, что спасет. Ой. Так, что по щам настучали, ага. Хера. Ну, все, успокойся. Тихо, гася ты. Лежи тихо, ясно? Сейчас. Уху, вот мне там, наверное, колбасит. Супер. Боже мой, ты напугала нас до усрачки. Эй, шериф. У нас не все вернулись, вроде... С кем был Берг? С Грейди вроде бы, но... Ну и где Грейди? Боже. А ты... Ты отдыхай, отдыхай. Ты где меня опять нашли? Только я подхожу к какому-то, блин, выполнению задания, так начинается. Выходишь из блажи слишком быстро, мозги становятся раком только так. Меня отрубило на неделю, наверное. Так, мы, видимо, просыпаемся и встаем. Ну да, все верно. Мы еще продержимся. Привет. Дед научил меня стрелять в 6 лет. Не думал, что придется стрелять человека. Блаш. До чего мы докатились? Так, тут мне чуть не надо. Я боялся, что ты сгинул в блаже, помощник. Слава богу, шериф в порядке. Помоги людям, чем сможешь. Угу. Ну давай, погнали. Поговорить. Помощник. Хочу кое-что спросить. Ну-ка. Слышала о парне по имени Финни? Нет. Он работал фармацевтом. Прекрасно. Люди к нему прислушивались. Он считался уважаемым членом нашего общества, хотя на самом деле был обычным наркодилером. А, ну вот, понятно. Финни вступил в секту и помог им создать... Козлина. Марш. Ну вот, понятно, говорят, почему. Говорят, сейчас он в оранжерее Джессопов. Угу. Красиво там было. Да, сейчас тоже, наверное, ничего, раньше. В принципе... От наркоты ты выращивает там эту дрянь. Целое поле этих жутких цветов. Угу. И вот я подумал, если ты вдруг заглянешь к нему и сожжешь эти да цветы, я думаю, да. Будет в панике. Ну а что делать? Самые мощные пушки раздают копам. Так, а теперь... Видишь, что закрыто? Ладно.
Нет, нет, нет. На выход, на выход. Тут нет ничего собирать, да? Так, ладно. Ну, что им делать еще? Во, все, супер. Так, так, сяк, так, сяк, так, сяк. Теперь. Нужно перелезть. Хоп-хоп-хоп. И смотрим, куда нам. Так, за чистоту окружающей среды. Ох ты ж, ничего себе. Ничего себе. Да что ж ты будешь делать? Ты вечно куда-то меня все. Так, а я-то где была? Стоп, стоп, стоп. Подождите, я была... Не-не, все верно. Давай сюда, сюда, сюда. Ну... Вот. Ты что-то не сразу как-то... Зип-кубка. Мастерская. Так, центр клык. Так, стопы, что-то я... Не разберусь, где-то мой тюрьмовый круг. Хоп. Так, ну вот, регион веры. Так, этого мы уже убили, этого еще нет, но вот здесь ничего, в принципе. Так, ладно. Вон, вертолеты нам туда. Оп, и все равно я бахнулась, что ли. А куда я вообще... Я что-то не поняла, что сейчас тут было. Вот это, конечно, сильно. Твою ж налево. Да. Ну ладно. Так, поговорить нам с тобой не нужно. Играть нам не нужно. Нам нужен вертолет. Сейчас, спасибо. Так. Это, конечно, печально сейчас вот было. Вера не оставит тебя в покое. Да я знаю, спасибо. Кусты, хоп. Так, ну что, ой, пролетели мы с магазином. Так, боеприпасы. Нам нужны боеприпасы. Обязательно все предметы. Аптечка. Купить. А это что у нас? Не надо его типа покупать? Понятно, есть. Ой-ой-ой-ой, и вышло. Так, так, так. И больше никакого нету, кроме этого. А почему нету... Нету... А что это за какие-то вертолеты непонятные? Где? А вот. Потерялась я. Ну что, погнали. Где наша подруга? А, вон, идет. Едет. Ты не садишься? Садиться. Все, отлично, поехали. Давай. Так, и нам надо... Нам надобно... Вооружен конвой реки. О, кстати, можно же зачистить. Можно зачистить. Им придется попотеть, чтобы выгореть. И раз, два, три. Раз, два, три. Три, раз, два, три. Нет? А! Тьфу ты, ё-моё. Как делать нефига. Так, а теперь. Погнали. Все бабахнули. Та. Это точно. А тут кто-то еще плохой. Наверное, ну неважно, ладно. Так, а что нам там надо сделать-то с водой что-то, да? Найдите лодочный конвой. Кто там? Вот это вот? Ой-ой-ой, извиняйте. Так вот, нам надо бы на что-то вот сделать. Так, найдешь лодки, следуй за ними. Они приведут тебя к тайнику. Они даже этого и не знают.
Мне кажется, это где-то должно быть, видимо, рядом с рекой. Раз уж на то пошло. Сейчас я трах-бах-бах-бах-бабах. Покину транспорт, да, конечно. Спрыгнуть к ним и сказать: везите меня, друзья. Как они долго, вроде маленькие. Должны быстро плыть. По кругу нарезаем, тут полукруг уже сделали, ну так ладно. Мне вот интересно, а как здесь бомбочки сбрасывать, или это тут такого нельзя? Да, скорее всего, это вот будет вон там. Скорее всего. Но не точно. Следуем, следуем. Доберитесь до тайника с контейнером. Ха! Так, ну-ка. Так. И что, уничтожьте. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так делается, нет? Нет, не так. Так как сбрасывать-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Где? 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 Знаешь, меня затошнило. Так, 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 так. Это вроде старой шахты. У-ху! Наверняка куча стечетыри из ручатки. Будет чем взорвать контейнеры, а? Что ты говоришь? Вот это, конечно, не очень хорошо, если честно. Так, так, так. Так, все, Гарри. Где? Сейчас кони двинет. Где она? Ух! Так, раз, два, три. Где? Ага, нету никого. Подождите, подождите, подождите. Это кони двинуло. Так, 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 так. Киса нет. Че, вот этого? Настолько тупой, что опасный. Ну, давайте. Так, еще подруга, раз. Подруга, Хёрк спешит на помощь. Так, спешит на помощь. Стоять, стоять, надо выйти. Минус. Да чтоб тебя... Это, конечно, тут этой лабутни полный. Лови, фашист. Бахнет, нет. Да вы что, издеваетесь? Да, блин. Не знаю, попал или нет. Так, теперь надо... Оп, я нет, стой. Как тебе отказать? Пашкандебал. Ай, просто космя. Ну давай, бах, иди на свои пулеметки. Отлично. Еще один. Давай. А, не убил, не убил. Не убил. Ай-яй-яй, меня сейчас шлепнут. Давай. Еще раз не убил. Да вы что, издеваетесь, что ли? Как так-то? Это, конечно, сильно. Так, что надо сделать? Уничтожить? Ага, уничтожить, уничтожить. Так, а у меня даже нету... Да чтоб тебя! Так, это что это у нас тут такое интересное? Боеприпасы. Смотрим. Что-то появилось. О! Сейчас мы попробуем вот так вот. Ты хочешь навредить мне, но пойми. Ты вредишь только себе.
Так, 11. Ну-ка. Контейнеры! Их нужно защитить! Я не могу здесь оставаться. Че это? Тут плохие ребята. Да? Где? А, вон приехали. Ну все, молитесь! Давай. Так, это что это у нас? Да, тоже взорвались, хорошо. Да что, тебя, где, кто? А, вот. Издеваетесь, что ли? Еще. Стараюсь уж, куда тут? Насколько это? Где, где? Так. Все сюда! Им нужна блажь! И все какие. Да их тут дохренище как бы. Чёрт, погнал. Да давай, ты убей его нафиг. Хотя ботик, блин, опять по шарам получил. Получай. Ты жук какой, где? Так, 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 кто у нас тут? Кай. Так. Что сейчас? Все? Так, уничтожьте. А, тут внутри, видимо. Сейчас, 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 сейчас. Я ж отсюда вижу облака блажи. Никаких больше токсинов. Ну-ка. Все, вырубил. Ковбойская шляпа. У-ху! Кстати, интересная мысль. Аде понравится. Ладно, бывай. Да, ну, спасибо. Че, мы выполнили? Нет. Ну, космический просто. Космический. Так, мастерская доставка со склада, блин. Давайте мне машину какую-нибудь тушь-то. Вот эту. Так, окружающей среды. Шлеп-шлеп-шлеп. Тюльпан разблокирован. Ну, пфф. Ну просто супер. Так, что дальше у нас? Лжепророк. Нифига, как далеко. Все так далеко, кстати. Подождите. А тут нельзя, да, этих взять вертолет. А где мой дружище-то? Эй, погнали куда-нибудь-то уже. Он там? Все? Ну ладно. Ну да ладно. Так, а здесь... Что-то я засмотрелась на карту. Наверху, которая... Там лодочки. Так, ну ехать, короче, довольно-таки далеко. Мне бы вертолет был вообще суперский. Да чтоб тебя! Лесит-то прям туда, вон я вижу ее, вижу эту классную статую. Нет, она, конечно, высокая, я имею в виду, что ее видно отовсюду. Что это у нас тут? Аванпост какой? Воу, это что это? Все. Так, где они? Помогите! Я погнал! Я все помогите! У-ху! Где?
откуда я вообще не вижу? Да сними ты его. Не знаю за что, но кто-то пытается наделать во мне дырок. Интересно. Бабах. А, вон вижу. Да, у меня сейчас тоже вообще-то. А где? Сейчас пойдем. Да как они так не убивают? У-ху! Так. Сейчас опять будут заполнять ее, заполнять. Чувачки. Угу. Все чинят, правильно, хоть бензин будет. А то все козлы захватили. Пу-пум, это ж магазин. Так, ключи какие-то. Ключи станет грузовиков. Ого-го. Отлично, что ты помогла сектантами. Не хочешь потрогать? Там порядок, и будут порядок охранять этот район. Ну все. А заодно нам будет где заправиться. Ну, а я же говорю. Так. Блюдки забрали весь бензин. Они перелили топливо в свои бензовозы. Так. Найди один бензовоз и пригони сюда. Угу. Судя по слухам, он стоит около старой закусочной. Нужно восстановить работу на этих заправках. Мы будем защищать стоянку, а ты верни бензин. Нет, ну конечно, идем заправку. Ты так больше нету здесь ничего, что прихватить, да? А вот это вот потом продать можно. Так, Вера откроет, опять лоботня ваша. Так, ну чё, где там этот бензовоз-то? Да заправка. А то что это? Грузовик для жатвы. Долго по туману не шатайся. Да что ты говоришь? Ой, нам что, сто... Так. Понял. Давай, выруби. Да что ты делаешь-то, блин? Все, я уже без тебя... Ой, коровку. Где? Издеваешься, что ли? Двигай жопой. Что здесь? Понятно. Так, так, так. Куда нам там? Вон туда. Что-то я опять не туда бегу. Ну да ладно. Хопа. Это было потрясно. Да, боеприпасы-ка посмотрите еще. Оп, оп. Мим бежишь, тебе тут бесплатненько валяется. Так. Надо его угнать. Без палева, видимо. Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую. Чё ты вообще, я не знаю. Как они тут-то ходят? Непонятно откуда. Приперлись, заразы, блин. Один тут нашелся. Надо же было так. Ага. Это что, поля с этой херотенью? Да? У-у-у-у! И правда. Так, еще чуть-чуть, давай, давай, добегай, добегай. Так, так, так. Так, стоп, подождите, ну, джин, ты все правильно видишь? Все правильно, закусочная. Вон он, этот, а там у кого-то что-то надо взять. Мне нужно пойти туда. Хорошо. Тик. Ну, давай, выруби его. Да ё-моё. У-ху! Вау, должно быть больно! Так, что за тик? Тут огонь, я не знаю, реально или нет! Смотри, как я двигаюсь! Я не вор! Кто вообще говорил про воровство? Зачем ты так? Какое воровство, дружище, ты... Ты идеально подходишь. Да, бум! У меня от этого бомбит! Придет все, так. Новый мировой порядок.
А ты знаешь, о чем я? А, зови меня Тик. Ну, вообще-то я Аарон, но к чему тебе этот официоз, верно? Ну-ка. Да, я тоже считаю ни к чему. Да давай, короче, надо-то что? Ты не из сектантов. От тебя исходит антисектантская аура. Да вы чё, наркоманы все тут, что ли, собрались? Знаешь, я работаю кое над чем. Ну, для людей вроде тебя, борцов с сексом, сектой, секретно. Не, я говорю, реально какой-то прям. Я могу сделать тебя крепче, лучше, быстрее и сильнее. Да? Спидами закинешь? Да ни хрена. Мои препараты скорее усилители, чем... Нравится идея, а? Нравится? Так и есть. Вот только нужны ингредиенты, а они, знаешь ли, под ногами не валяются. Жестокий мир. А, я бы сам набрал, но я немного занят. Да, если я что, вижу. Найдешь меня в процветании. Нет, это не состояние. Это маленький городок к юго-востоку отсюда. Все, что ли? Все, от винта. Поговори, что здесь все началось. Ой, так, тут что это там? Хрень какая-то, ладно. Так, ну что, забираем. Украдите. Да заберите, а не украдите уж. Ну и куда? Дурман. Растительности. Верните. Вернем сейчас все. Немножечко осталось. Так, ну мы все вообще космяу. Оп, оп. Так, собака, собака, двигай задом. Дрынк. Так, теперь мне нужен вертолет. Здесь же можно где-то его, нет? О, только машины. Так, так, где эта статуя-то? Свобода наша. А то мы так до нее никогда и не доедем. Вот, вертолет есть только вот тут, да. Вон, блин. Ой. Так, ладно. Ага. Та-та-та-та-та-там. Тра-та-там. К любой пушке надо привыкнуть. Давайте пешкадралом. Что это тут такое? О, 50 баксов. Крутяк. Чапать и чапать нам. Ну что делать? Я надеюсь, нас никто не сожрет по дороге. Я первый увидел! Чё ты там увидел там? Увидел он. Так, друзья мои, добежим мы до статуи следующей серии. Спасибо большое, что были со мной. Смотрели видосики. Если что, пишите в комментариях, что понравилось, что нет. Возможно, какие-то новые задания интересные. Спасибо большое. И всем до следующей серии. Пока-пока.